Всем привет, ребята, вы на канале Арина Лав, и уже завтра рано утром, в пятницу, сегодня четверг, мы уезжаем на море. И я решила снять, какие вещи я буду брать Мироши. Свои показывать не буду. Извиняюсь за последний звук, я хотела забрать свою книгу, я обязательно ее покажу, и также купила Мироши подарки. Первая такая пустышка, она подходит и Жене, и Мироши, она от Нук. А вторая — это бутылочка от Нук. Она такого нежного цвета на 150 мл, но она такая мутная, потому что на ней была приклеена вот эта штука, и она очень липкая, я ее еле как оттерла. И, кстати, она с закрывашкой. Вот такая вот закрывашка Нук. Оттирала я вот такими вот штуками. Вот это вот треной. Я сначала ее опустила в кипяток, доставала, терла. Вот, и, кстати, единственный минус, мне не нравится у нее крышка. Итак, что же я возьму с собой из еды в Мироши? Морковные печеньки, смесь, но я ее еще побольше сюда насыплю, полную банку. И вот такую кашку, это кашка Хайнц, просто она без пакета. Вот, буду заваривать бутылочку, тарелочку, ложечку брать не буду. Что я беру с собой из гигиены? Первое — это два полотенца для моря и после моря. Пеленочка одна. Дальше. Капли в нос, но они не относятся, ну ладно. Детский крем, ватные палочки, несколько штучек. Потом ватные диски, влажные салфетки, щетка, хоть у Мироши нет зубов. Три коготочки, вот такая милая мочалочка и присыпь. Все это сложу в этот пакет. Ребят, я одна такая, кто собирает обрезанные такие пупырышки от штучек. Ребят, извиняюсь, не от штучек, а от пустышек. Так, что я беру с собой? Беру три пустышки. Вот такая вот и вот такая вот от Лаби, от непонятные и от Нук. Вот. Один держатель, это ложечка, чтобы накладывать муку, резинки для больших штанишек, два вот таких вот слюнявчика, одна тряпочка, бутылочка, и все-таки решила взять тарелочку с ложечкой. Итак, следующие игрушки. Палочка, погремушка, грызунок и уточка. Также с собой беру вот такой вот мини-пончик, медкарту и вот такую книжечку. Бардак. И вот какую одежду я беру. Первое. Давайте начнем. Беленькие штанишки. Такие вот. Тепленькие ползуночки. Колготочки. И такие шортики. Из трусиков беру вот такие. Вот такие. Кстати, Мирошка полностью сейчас голый. Теплый костюм беру. Дальше. Теплые кофты. Распашонка. Вот такая. И толстовка. Вот с капюшоном. И шапок беру. Раз, два, три. Самые удобные. Из маек. Так, раз, два. Из футболок. Две. Вот. Из носочков. Тоже две пары. Все, что я беру. Также последнее, что я беру, это вот такую подушечку, которую я шила. Она двухсторонняя. И вот такую вот пеленочку. И все. Еще, конечно же, обязательно штатив мини. Ну что, ребята, прошло уже 3 часа с того момента, как я отсняла последний кадр. За это время я успела собрать свой чемодан, выложить некоторые Мирошки на вещи, поменять рюкзак на маленький, потому что я беру его в салон. Остальные вещи положить в чемодан. В принципе, это все, да. Ну что ж, и я думаю, уже надо прощаться, потому что все вещи я собрала. В общем, я вас всех люблю. Подпишитесь, поставьте лайк. Всем пока! Встретимся уже в дороге. В новом влоге!